И последнее. Ливневые дожди с градом и шквалистым ветром ожидаются в Калмыкии. С 8 июля и до конца суток 9 июля ожидаются сильные ливневые дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20-25 метров в секунду. Гражданам и гостям нашей республики рекомендуем соблюдать меры безопасности, быть предельно внимательными и осторожными.